Более полусотни барнаульцев оставили сегодня след в истории родного города. А именно, любой желающий мог принять участие в завершении ремонта знаменитых букв «Барнаул» в Нагорной части города. Напомним, реконструировать надпись начали еще в конце июля. Накануне буквы очистили от старой краски и вандальных надписей, а также заменили проржавевшие части конструкции. За более чем 20-летнюю историю барнаульского Голливуда, как его называют многие горожане, это первый капитальный ремонт сооружения. Рабочие специально не докрасили часть букв, чтобы сделать это могли рядовые жители Барнаула. Но пришли не только они. С кистями и красками сегодня были замечены символ краевой столицы Дед Медведь, а также его глава Сергей Дугин. Вы часто берете в руки валик, красите что-нибудь, занимаетесь ремонтом? Я готов поучаствовать, я готов везде, где меня приглашают, я готов участвовать. И здесь я обязательно буду участвовать в покраске букв. Прийти сюда и внести свою лепту в это благоустройство я бы призвал более широкой массы горожан. Когда своим трудом поработаешь, тогда хочется это и любить. Как нам пояснили в мэрии, новая краска, изготовленная с использованием воска, максимально защитит буквы от воздействия влаги. Но от чего защитить точно не сможет, так это от появления новых вандальных надписей. Здесь, отметили в администрации, можно рассчитывать лишь на сознательность самих горожан.